Я приехала. Доченька, как же мы соскучились. Как дела в колледже? Все хорошо. А у вас как? Да у нас-то что? У нас как обычно. Я, кстати, вот в твоей комнате убралась, какую-то коробку нашла. Не знаю, может быть, выкинуть? Какую коробку? В твоей комнате, на столе. Да, вот эта коробка. Она была пустая? А кукла где? Не знаю. Она валялась в твоей комнате под столом. Никакой куклы я не видела. Не нравится мне все это. В общем, я приготовила покушать. Давай переодевайся, иди поешь. Хорошо, мам. А, вот где ты. Как ты выбралась из коробки? Кстати, я забыла сказать. Нас опять на работу вызвали, Соня. Ну вот. А я думала, мы вместе вечер проведем. Проведем, конечно. Мы ж ненадолго. А ты что, куклу свою нашла? Да, она была в шкафу. Страшная-то какая. Ладно, иди, я там нажарила чебуреков, на столе лежат. Хорошо, мам. Где ты таких страшных кукол берешь? И что же мне с тобой делать? Придумала. Посиди пока так, пока я не придумала, что с тобой делать. Вот и замечательно, и Соне не будет скучно. Ладно, девочки, мы ненадолго. И ешьте чебуреки, пока горячие. Хорошо, мам. Как у тебя дела? Я только приехала, и вот опять... Что? Картундок? Нет. Пойдем покажу в моей комнате. Что? Зря я оставила ее одну. Кого? Куклу. Я привязала ее к стулу на скотч. Что за кукла опять? Откуда она взялась? Это был подарок Сплендермена. Как она выглядит? Мелкая такая, сантиметров около 20. И страшная, в зеленом платье. Куда она могла деться? Это она сделала! Соня. Что? Ты же говорила 20 сантиметров. Да, та кукла была маленькая. Я не знаю, кто это. Thank you.
Поиграй со мной. Что нам делать? Не знаю пока. Чего боятся эти одержимые куклы? Есть на них какая-нибудь управа? Да. Однажды нам с Настей удалось обезвредить одержимую куклу с помощью соленой воды. И чего же мы ждем? Нам надо для начала ее поймать. Как? Надо ей подыграть. Но для начала разведем соленую воду. Давай я отвлеку, а ты разводи. Хорошо. Здесь есть кто-нибудь? Ты хочешь поиграть? Во что ты хочешь поиграть? Сонь, смотри. Я все сделала. Это тебе, а это мне. Спрячь. Ну, в прятки так в прятки. Итак, я считаю до 5. Не могу до 10. Раз. Соня, что происходит? Я не знаю. Кажется, она разозлилась. Может быть, из-за этого? Почему ты злишься на нас? Мы же согласились с тобой поиграть. Не по правилам. Что она имеет в виду? Я поняла. Кажется, мы должны отвернуться. Точно. Ну, что-то мне не хочется вставать к ней спиной. Другого выхода нет. Теперь правильно? Итак, я считаю до 5. Не могу до 10. Раз. 2, 3, 4, 5. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Она спряталась? Видимо, да. А что будет, если мы не будем ее искать? Думаю, она разозлится еще больше. Хорошо, будем искать. Надеюсь, это нам поможет. Вместе ищем или по отдельности? Конечно, вместе. Ты что, фильм ужасов не смотрела? Нельзя расходиться, иначе... Да, да, знаю.
Здесь снова никого нет. Алена, пойдем посмотрим еще раз в зале. Нам надо разделиться, а иначе не поймаем. Я отвлеку. Где эта неуловимая кукла Соль? Кажется, нам ее не поймать. Может быть, нам пора сдаваться? Или не стоит? Я не представляю, где ее искать. Попалась! Что? Ты меня нашла! А теперь я буду вас искать. Я считаю до 5. Не могу до 10. Раз. Два, три, четыре. Алёна, прячемся. 5. Я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват. Спонсор моего канала. Лиана Барон. «Сказки и кошмары» Вероники и Варвары, София Питкалетти, Я Ясен Страшилки, Фантайм Фредди, Ксения Сапьянова, Веселые романтики, Винчик, Луми, Евгений Пихуля, Давид К, Владислава Бык Страшилки и Дневник Карины. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи на канале Непета.